Всем приветики! Сегодня я заказала одежду из Иваново фирмы Ивтек 37. Так, что же я заказала? Я заказала, значит, три разновидности. Это женскую одежду, мужскую одежду и детскую одежду. Из детской одежды. Такого качества маечка. Идет размер в размер. Прошито все хорошо. По ощущениям мягкий трикотаж. Не сильно плотный, но и не жидкий. Хороший. Хороший мягенький трикотаж. ХБшка. Так, вот такая маечка. Вот такая маечка. Такой расцветочки. Качество абсолютно одинаковое. Горловинки обработаны, полностью замечательно все прошито. Так, и вот такая расцветочка. Вот. Это то, что касается маечек. Также я заказала несколько костюмчиков. Костюмчик вот такого плана. Шортики вот такие вот. Есть немножечко дефект. Вот видите, маленькая дырочка такая. Ну ладно, это не критично. За те деньги, которые я заказала, это совсем не критично. Так, вот такие шортики. Так, все идет в размер. Размер в размер. И вот такая вот футболочка. Такого вот плана. Качество. Вот, плотненький трикотаж, типа что-то кулирки, да, все везде обметано, все везде прошито, горловинка обметана. Так, вот такой вот костюмчик. Так, следующий костюмчик у меня вот такого плана я заказывала, такая вот туника. Наподобие что-то платьишко, да? Но это туника. Все обметано. Горловинка обработана. Так. И к ней же вот такие же бриджики, лосинки. Вот мы уже тут. Вот. Внутрянка обработана. Резиночка хорошая, не тугая. Вот такие вот штанишки. Вот такой в общем виде костюм на лето. Вот такой. Симпатичный такой, разноцветный. Что-то такое детское, неординарное, цветное. Как девочкам нравится. На по ощущению очень мягко, приятно к телу. Костюм хороший. Так, заказала вот такое вот платьишко. Платьишко. Вот такого плана. Такое вот. Померяем, потом будет видно конкретно. С рюшечками, да. Мягонькое. Очень мягонькое. Что-то типа кулирки ХБшной. Ну, все детские, да, вот вещи вот такие вот. Они что-то из кулирки. Вот, обметка все. Обработка. Все сделано. Вот такое вот платьишко. И к этому платьишку еще прилагается вот такая вот повязочка на голову. Оденем, обязательно покажу. Так, детская. Что еще я детская заказала? Вот такого плана платье. Вот. Ткань называется Милана. Плотная ткань. Такая плотная. Плотный трикотаж. Приятная к телу, на ощупь приятная. Посмотрите, обработочка какая. Посмотрите, везде. Вот здесь вот, да, горловинка. Обработка мне однозначно нравится. Ткань мне по ощущению нравится. Платье выглядит вот таким вот образом. Оно нам немножко повелико, но все вещи, которые я заказываю, идут размер в размер.
Я просто некоторые вещи брала не 34, а 36 размер. А так вот все вещи идут размер в размер. Вот такое платьишко. Цвет вот как на картинке. Так, это мои детские вещи, которые я заказывала для моего ребятенка. Покружись. Покружись. Вот такая маечка. Вот такая. Покружись, покружись, покружись. Ну, вот такое платьишко. Красота, красота. Молодец. Ну покажи звездочку-то. Где звездочка-то у тебя? На грудке-то. Вот. А как танцуешь-то? Ой, королева, королева.